Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. С вами Кристина. Сегодня будем заниматься классным бюджетным декором для дома. Будем украшать дом к Рождеству и Новому году. Если интересно, то обязательно оставайтесь. У меня будет кое-что интересненькое. Первая идея – это такой органичный подсвечник. Для него нам понадобятся веточки, которые я покупала в Галамарте. Они уже шли с ягодками. Свечка и торфяной горшочек, который я покупала в магазине Fix Price, но вы можете найти его в любом садоводческом отделе. Клей-пистолет и ножницы. Я беру ножницы и подрезаю горшочек так, как мне нужно, размером под мою свечку. Смотрите сами, вдруг ваша свечка больше или меньше, вы можете подрезать, как вам нравится. Затем я начинаю горшочек декорировать с помощью клея-пистолета. Буду клеить вот эти очень красивые веточки, они такие рождественские. Их, кстати, тоже можно найти в любом магазине, где продаются искусственные цветы. Там, где не хватает ягодок, я добавила. И я также решила, что в самый раз здесь будет прикрепить золотой бантик. И вот что у нас получилось. Очень красиво. Я сделала две штуки. Возможно, сделаю третий. Посмотрим. Мне кажется, это очень органично и очень красиво. Вторая идея наилегчайшая. Мы будем делать гирлянду. Для этого нам понадобятся трафареты носочков и варежек. Я нашла свои в интернете. Вы можете взять любой понравившийся вам вариант и распечатать. Я распечатала 4 носочка и 8 варежек в одинаковом количестве на красной бумаге и на белой бумаге. Вы можете использовать картон, цветную бумагу, как вам понравится. Я решила сэкономить себе время. Ну, конечно же, нам понадобятся ножницы, клей и шнурок, на который мы будем вешать, а также, кстати, скотч. Я вырезаю носочки из красной бумаги. То же самое я делаю с варежками. Затем я беру белую бумагу и вырезаю пяточку носочек и шапочку наверх носочка для каждого экземпляра. То же самое абсолютно я проделываю с варежками и клеем-карандашом приклеиваю белую бумагу на красную. Затем я беру трафарет с кружочками и вырезаю кружочки, потому что мне кажется, это будет очень классно смотреться, если мы будем наклеивать кружочки между варежками и носочками. Теперь я переворачиваю наши варежки и носочки и с помощью скотча креплю их между собой. И вот что у нас вышло.
Третья идея тоже простая, и вы наверняка ее видели. Мы будем делать игрушки в стиле Хьюги. Это очень просто, нам понадобится всего лишь трафареты, какие вы найдете. Я решила взять звездочку, домик, елочку и месяц, картон, ножницы, бечевка и клей-карандаш. Кстати, нам понадобится еще ножницы и карандаш. Я обвожу трафареты на картоне, затем вырезаю. И пришло время самого интересного. С помощью клея-карандаша вы же, кстати, можете приклеивать бечевку или кант к нашим трафаретам. Так как бечевка такого же цвета, как наши трафареты, то все будет органично, даже если вы будете оставлять между нитками пространство. Это не будет бросаться в глаза, будет так немножко по-деревенски, но по-домашнему. Мне кажется, вышло очень круто. Четвертая идея – это еще один небольшой подсвечник. Нам понадобится картон, шишки, искусственная елочка, веточка, скорлушки орехов, береста и все такое природное. Свечка, клей-кристалл или клей-пистолет и баллончик искусственного снега. Но, честно говоря, у меня попался бракованный баллончик, кстати, второй подряд, так что обязательно смотрите срок годности, когда вы покупаете, чтобы он был свежий 18 года, иначе он испортит вам всю композицию. Нам еще понадобится блюдце, которое я уже обвела и вырезала по контуру. В центр нашей композиции я ставлю свечку и прикидываю примерно, как бы я расположила композицию с природных материалов. Затем я все очищаю, наношу клей и начинаю играться шишками. Наклеиваю так, как мне нравится, в пустые места я вкладываю бересту, ягодки и косточки. Конечно, если бы я использовала снег, вот эти все промежности картона были бы закрыты. Но смотрится и так неплохо, но если вы вдруг найдете хороший, а я думаю, вы найдете хороший снег, то вы можете нанести сверху, это будет еще круче смотреться. И каждый год можно будет просто обновлять, это будут как шишечки, запорошенные снегом. Смотрится действительно круто, поверьте. Но я пока оставила так, в дальнейшем я рассчитываю покрыть их все-таки снегом. Пятая идея самая легкая, какую только можно себе представить. Мы будем делать домики. Я решила сделать 5 домиков себе на подоконник. И для этого нам потребуется только трафарет, который я также нашла в интернете. Линейка, ножницы и клей-карандаш. Я нашла трафарет, где сразу были указаны сгибы, как по очереди нужно их склеивать, поэтому я рекомендую вам поискать в интернете именно такой. Итак, берем наш трафарет, полностью все вырезаем. Я вам предлагаю складывать наш домик трафаретом внутрь, чтобы не было видно черных полос, по которым мы будем все вырезать. У меня ножницы не самые острые, поэтому окошки получились не очень аккуратно. Если у вас есть канцелярский нож, обязательно работайте им, если умеете. Расставляем наши домики, зажигаем гирлянду или
и искусственные свечи, которые работают на батарейках, и наслаждаемся таким классным зрелищем. Можно добавить елочку, искусственный снег, который не в баллоне идет, и расставить маленьких человечков, машинки, и сделать вообще целый город на окне. Но мне нравится и так, я обязательно чем-нибудь его дополню. Последний день не такая уж сложная и очень красивая. Для нее нам потребуется бобина от скотча. Возьмите узенькую, либо широкую, вы можете разрезать на две, и у вас получится две игрушки. Оберточная бумага классного цвета, который вам именно вам нравится. Кисточка, акриловая краска. И я еще здесь взяла клей-момент и двусторонний скотч. Бобинку я уже покрасила в один слой. С вами предлагаю окунуться в покрас второго слоя. Пока бобинка сохнет, кстати, по ее окружности надо было заранее, наверное, вырезать круги, что я и сделала. Вырезаем две одинаковые фигуры. Я взяла такую клетчатую бумагу, мне кажется, она очень классно вписалась. Теперь по контуру наносим клей-момент и накладываем наши бумажные круги. А так, кстати, я еще сняла вот такую шпульку с шарика и на клей-момент ее насажу на середину нашей игрушки и оставлю сохнуть. Пока все это сохнет, я предлагаю вам сделать в центр какую-нибудь белую фигуру, потому что так смотрится скучновато. Я от руки нарисовала вот такую лошадку-качельку. Вы можете сделать оленя, звездочку, полумесяц, шарик, что угодно. Далее я беру двухсторонний поролончатый скотч, наношу на нашу фигурку, которую я вырезала из белой плотной бумаги, и наклеиваю с двух сторон. Поэтому сделайте два экземпляра. Ну и все. Вот такая легкая, классная игрушка, которую мы, по сути, можно сказать, сделали практически из мусора. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, оцените его пальцем вверх. Я очень старалась, и мне безумно понравились идеи. Они такие бюджетные и классные. С вами была Кристина. Новогоднего вам настроения. Повторяйте DIY и скидывайте фотографии мне в группу. Будет очень интересно почитать. И я с вами прощаюсь. Пока-пока!